Ну что, друзья, всем привет. Находимся на Ржевке. Недалеко получается куриная лапа. Жерлицу уже выставил. Сейчас до машины быстренько сбегал. Сейчас еще идти назад метров 100, наверное. Как бы так вот. И будем пробовать щучку. Ну и на балансер сейчас полазим, посмотрим, что как. Ладненько, ребята, погнали, что. Ребята, блин, горбач, да неплохой такой, грамм 200, наверное. Охренеть просто. На балансир. О, такой вот, с поводочком, то, что щучки любят. Щуки тут много, и мелкой, и всякой. Офигеть просто. Да такой пузатик. На заливе не всегда такие клюют. Ну-ка, сейчас попробуем, может, на камеру захочет. Может, одиночка. Надо окуня сегодня конкретно тут полазить, поискать. Щуки еще пока что поклевки не было. Живец у меня получается этот окушок. Конечно, плотвичка получше, но... Иногда и на окуне неплохо. Ребята, первая поклевка не мотает. А, о, вижу, дернуло чуть-чуть. Так, это у нас подальше от берега. О. Так. Идет в ту сторону, получается. Ну, пускай заглатывает. Там окунь как бы. Есть контакт. Есть. Ах ты! Свалила, вот прям в лунке почти. Ну, такая где-то, наверное, около килошечки. Ну, уже радует. Окунь дергает. Щучка, первая поклевка. Выставляем. И раз, и два, и три, и чуть-чуть. Где-то так. Так, если что, надо будет передвигать. Ладно, пускай пока стоит. У берега не хотят. У меня большинство у берега стоит. Ближе намного. Ладно, надо окушка нести. Опа. Ну, сейчас цепляем. Окуня. Блин, у меня два окушка осталось только уже. Все, пошел, родимый. Ладно, пускай пока постоят, еще может часок-другой. А то, если что, потом придется от берега отодвигать. Потому что сработало у меня на этом уровне где-то... Сколько их? Раз, два, три. Три жерлица, а остальные ближе к берегу. Вроде бы нашел окушка.
небольшого, как живец. Поклевочки есть, но не засекается. Ты гляди, камеру включил и сразу же перестал. О, тычок был. О, еще один подбил. Мелковатый, но живцы. Ох ты, вот он. Живчик, живчик. Пойдет. Опа. О. Ух ты, как подбил он. Он что-то толкнул. Он еще. О, тоже живчик. О, этот четко. Ну, отдай. Ну вот, все, живцы уже есть. Он теребит. Ну, мелковатый. Ого, поклевочка. Клевка. Живчики хорошо берут. Нашел заветную лунку. О, толчок. Ух ты как. Ну, этот уже чуть-чуть крупнее живца. А пускай живет. А окунь спортивный, как говорится, клюет такой. Подбивает так аж нехило, блин.
Ты гляди, камеру включил и не охочет. О, еще одна поклевочка. О, в этот раз тянет. Подходил, тянуло, даже на камеру видно было. Ого. Вытащить сразу же ее. Непонятно. Ну, тянет, тянет вон потихоньку. Мелочь вот чаще всего, наверное, крутит бесперерывно. А вот более-менее крупная частенько вот так вот может. Ну, хотя отмотала чуть-чуть. Ладно, потихонечку тянем. Есть. Но не крупная. А, сошла. Жувала, жувала и все. Не крупная была. Окуня бедного переживала. Живой будет, не живой. Окунь, кстати, странный, без плавника верхнего. Нету у него. Давай, иди. Ну, вроде бы еще одну лунку нашел, но вот тут он есть. Но что-то он капризно. Он один валяется, уже грамм на 150. И сейчас только что тащил солидного такого, покрупнее явно был. Вот толчок. Ну, а жерлицы молчат. Ты гляди, камеру включил, и поклевки перестались.
Мелочь, а приятно. Ну что, ребята, рыбалочка, как бы, честно говоря, ну состоялась, окуней, наверное, штук, может, 15 таких грамм, по 150, по 200 попадались, как бы так вот, сварился, как, я не знаю, как дурной, блин, честно говоря, вообще был весь мокрый насквозь, куртку снял уже теплую, уже был в одном свитере, считай, а один фиг жарко было вообще невозможно, лед, конечно, видно, что аж портился, аж на глазах, конечно. Еще, может, пару деньков и все там делать, можно сказать, уже будет страшно уже вообще. Потому что температура все равно дает, честно говоря, о себе знать. Ну, как бы так вот, щука у соседей ни у кого как бы особо не проклевывалась, как бы. Честно говоря, по щуке фигня была полная. Знакомые тоже стояли, 30 жерлиц. Поклевки как бы были, ни одной не вытащили. Как бы тоже рядом еще были люди. Окушок, да, еще проклевывался. Но мелковатый, конечно. Ну, какой-то порыв, промежуток был, что днем. Ну, там подряд почти, буквально там полчаса. Такой грамм по 150, по 200. Вот он проклевал, как бы. Успел там вытащить за это время, там, я не знаю, штук 6-7, наверное. И все, а потом вот он опять мелкий какой-то начинал брать, и все, как бы. В общем, так вот. Ладненько, что, ребята. До новых встреч. Всем пока.